такое у нас доброе утро. Фонтана Белладжио. Сверху даже видны вот эти вот круги, где вылазят вот эти вот фонтаны. Откуда? Эйфелева башня. Уже вертолет летает, экскурсия вокруг стрипа, вокруг, по центру Лас-Вегаса. Ну, вон один, второй, один за один летает. Ну что, всем хорошей недели, всем хороших дней солнечных. Уже у многих на носу осень, у нас пока еще лето продолжается. Но у кого осенняя погода, всем вот дарю такой вот кусочек солнышка, кусочек радости, кусочек теплоты. Вот от нас, с Лас-Вегаса. Вот вид вам с окошка, с нашего отеля. У нас сегодня у Люды, у Виталика сестры, день рождения. А завтра у Виталика, у них получается день за днем. Подарок ее. Сюда, в этот пакетик, я положила здесь парфюм Федерико Махора. Нет, не Версачи. Здесь Лас Черри. Это Том Форд. И здесь я положила кулончик. Она любит очень серебро. Я ей купила серебряный кулончик с цепочкой. Но здесь все запаковано, поэтому показать не могу, но красиво, поверьте. А завтра у меня у мужа день рождения. И мы сегодня переселяемся вот в этот отель, в планету Голливуд. Он как раз рядом с Парижем и с Космополитеном. А мы решили там еще дни взять. Ну, вернее, уже забронировали, взяли. Это тоже та же цепочка вот этого Caesar Palace. И вот мы будем сейчас переедем в нее. Но перед этим мы пойдем покушаем, позавтракаем. Так мне хочется показать вам вот сверху эту красоту. Но вот стекла все вот от дождика грязные. И вот эта вот вся яркость, красота, ну не передается она вот, ну никак. Вот я уже и с той стороны, и с той пыталась, но ни с какой. Вот везде какая-то вот туманность, вот пятна от этого стекла грязного. А здесь балкона нет в нашем номере, как моют окна. Здесь это очень высокооплачиваемая работа, очень. А здесь, как вы знаете, как скалолазы вот эти вот на тросах, только они на таких специальных подъемниках, они спускаются и моют окна. Часто видно, как они моют, это делают. Но вот если я увижу в каком-то отеле, будем гулять сегодня, я вам покажу обязательно. Это очень-очень высокооплачиваемая работа. Бар, а мы идем вот сюда, вот в Caesar Palace, в буфет.
Смотрите, какая красота. Крабы, мидии, ракушки. Готовят. Открытая кухня. Все готовят. Вот такой вот шикарный буфет в отеле Caesar А я не поняла, здесь крабы жареные. А где вы взяли крабы? В той стороне? Ой, посмотрите, как вот даже где вот печка, как они красиво делают, готовят. Я не знаю, что это такое.
Напиток, он как, как даже, я не знаю, жидкое смузи, такой вот вкусненький, это dragon fruit. Очень приятный на вкус, и цвет мне нравится, такой сиренево-малиновый. Люда, с днем рождения тебе! Вместо шампанского dragon fruit. Все просто облопались вкусняшек. Люда, есть сила на сладкое? Нету. Ну пойдем хотя бы глазами покушаем. И я своим зрителям сниму сладкий стол. Красиво, да? Прям так в коробочках в одноразовых сделано. Так интересно, интересная очень подача. Это тирамису. Люда, тирамису вот здесь вот стоит. Вот это тирамису. О, какая красивая. Покажи. Как в лодочке, да? Ложечку возьми. Я взяла вот такую красоту.
Не себе одно, а то сейчас скажешь, Алён, ты не треснешь. Это я взяла, ну, на всех, кто захочет, что попробовать. Так, а где мы-то сидим? Мы вот там сидим. Знаете, что это? Это юка в панировочных сухарях. Это карта отеля Caesar Palace. Вот такой вот большой-большой-большой отель. Большой. Мы позавтракали, пообедали. И сейчас переселяемся в другой отель. Это стена истории. Это стена, кто жил, кто был, кто выступал в Caesar Palace. То есть здесь очень-очень много знаменитостей. Дженнифер Лопес. Ну, в общем, здесь очень много. Леонардо Ди Каприо. Я просто через камеру вам вожу. Не всех вижу. Род Стюарт. Вот, подняла глаза. Майкл Дуглас. Элтон Джон. Ну, в общем, очень-очень... как ее... Люда, как вот это вот забыла на глаза, в голове крутится? Пэрис Хилтон? Пэрис Хилтон, да. Да, Майкл Даглас тут тоже. А, Рамзес Хардон. Да, Шер, смотрите. Ну, в общем, очень-очень много. Надо твою сдать, ты здесь тоже постоянно, надо сюда привезти фотографию, тоже сюда на стену истории. Так, Мадонну не вижу, да, Мадонна, Тина Тёрнер, ну, в общем, очень-очень много. Шер тоже есть. Это этот, как его, Джонни Депп. Так, мы идем забирать подарок родителям и все, и переезжаем в другой отель на пару дней.